Добрый день, доброе утро. Я хочу только сказать, что нельзя забывать Льва. Лев Спивак – это тот человек, на самом деле, который стоит у истоков того мероприятия, которое мы сегодня здесь третий раз, третий год подряд делаем. Генеральный директор Азиз. Господа, я для того, чтобы не занимать ваше время, не буду снова повторять. Извини, пожалуйста, я перебью на секунду, но нам, к нам присоединилась депутат Кнессета Ксения Светлова. Великолепный журналист и наш друг. Добрый день. Для того, чтобы не занимать время, я не буду повторять благодарности всем тем прекрасным людям, которые здесь есть. Я хочу только сказать, что обычно, как вы знаете, мы проводим мероприятия фонда, Еврейский национальный фонд – это национальный орган. Мы проводим их немножко в других рамках. Но мы говорим о неком мероприятии, которое, оно, знаете как, его нужно называть или мемориальное, или мероприятие поминовения. Да, мы его делаем таким образом, чтобы оно было и немножко радостным, потому что мы помним этих людей, немножко радостным, потому что мы благодарим тех, кто занимается памятью, увековечим памятью этих людей, и немножко радостным, потому что мы хотим, чтобы больше подобные мероприятия не нужно было по другим причинам проводить. Но все-таки нужно помнить, почему мы здесь. И почему фонд принял решение после обращения Азиз, который вот Лева нам принес, почему мы приняли решение посадить 613 деревьев в лесу имени первого президента Израиля Хаима Вайцмана. Потому что не может еврейское государство и не может еврейский национальный фонд как национальный орган стоять в стороне и не и каким-то образом не внести свой вклад в увековечение памяти невинных жертв. Я не буду рассказывать вам это, потому что у нас сегодня есть программа, которая построена таким образом, что и мы вспомним, и мы помянем этих людей, и скажем спасибо тем, кто занимается всем для того, чтобы этого не повторилось. Но дело в том, что мы сегодня на самом деле, у нас еще один повод для встречи, а это встреча между друзьями. Это Израиль. У нас есть, сегодня здесь присутствуют депутаты Кнессета, будущие депутаты Кнессета, руководители муниципальных советов, а также у нас присутствуют здесь представители Меджлиса Азербайджана, представители бизнеса, которые работают в двух странах. Поэтому я хочу сказать, что на самом деле память о невинных жертвах на самом деле приведет к тому, что еврейский народ, еврейская община Азербайджана выступает мостиком для того, чтобы сблизить наши страны. И очень радостно, что это происходит именно как что-то, что мы делаем для того, чтобы помянуть тех, кто жил с нами. Тысячи лет евреи жили в Азербайджане и жили там как дома. Никогда не чувствовали себя там чужими. И я хочу вам сказать спасибо, что вы, наши гости здесь, выходцы из не только из Азербайджана, но и из других стран, приехали сегодня на это мероприятие. Спасибо, что вы тоже с нами. И еще раз, господа, давайте сделаем все, что каждому от нас зависит, чтобы не было больше никогда ни Холокоста, не худжали, и давайте жить хорошо, дружно и честно. Я хочу перевернуть микрофон Леве. Спасибо.